По информации палестинских СМИ, боевое крыло движения «Хамас» бригады из Зайдина аль-Кассама объявило о запуске 50 ракет в направлении израильских городов Ашкелон и Ашдод. Целями, выпущенные после полуночи с территории сектора Газа снарядов, стали объекты израильской армии, передает ТАСС. Этот обстрел стал ответом на недавние удары Израиля по северным районам прибрежного анклава.